Здравствуйте, товарищи. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Тема сегодняшней лекции – прогресс и регресс. Прогресс и регресс. На прошлой лекции, которая была посвящена теории развития, теории социального развития, значит, вы усвоили, что истинная концепция развития – это развитие как процесса борьбы противоположностей. То есть есть концепции довольно вульгарные, вроде того, что, дескать, есть круговое движение, вот сейчас у нас весна, потом будет лето, после лета будет осень, после осени зима, а после зимы весна. И так. И даже такая есть поговорка, что все возвращается на круги своя. Сейчас у нас инфляция, потом она будет ниже, потом еще ниже, потом выше, потом еще выше. И опять все вернется на круги своя. Если у вас что-то со здоровьем, то вам будет лучше, потом еще лучше, потом хуже. Потом опять лучше, и все вернется на круги своя. Есть другая концепция тоже, довольно вульгарная. Так, я какого-нибудь одного делегата попрошу пойти и закрыть дверь там. Там лекции тоже слышно. Вот вас. Да, пожалуйста, сделайте. Вторая концепция такая, она сводит развитие к увеличению. Вот говорят, великий человек. Ну, скажем, Ленин под такое определение, вроде как, если по размеру брать, никак не подпадает, правильно? Великий. С другой стороны, вот большие державы, вы знаете, если большая держава, то она великая. А если маленькая, то хоть она, хоть какая хорошенькая, но великой не будет. Никогда. Потому что это неразрывно связано с ее размером. В современном мире, в условиях империализма, вообще маленькие страны самостоятельными быть не могут. Они или туда должны примкнуть, или сюда. Поэтому все эти разговоры, что мы там самостоятельные, это очень пустая болтовня. Ну вот, скажем, возьмем мы наши дорогие Литву, Латвию и Эстонию. В Латвии делали электрички на всю страну, на весь Советский Союз. Был там завод радиоприемников прекрасных, ВЭФ. В Латвии производили много разного оборудования, другого. Например, там были рафики, хорошие машины. Что теперь в Латвии? Промышленности нет. 200 тысяч латвийских работников уезжает мыть горшки в Европу. Вот они добились. Что добились? Ну, они, так сказать, вот теперь зависят целиком от этой Европы. Сколько им заплатят за эти горшки? Да? Вот вы сказали, что маленькие страны ничего не решают. А как же вы с Лихтенштейном? Разве они после Второй мировой не отказались выдать Советскому Союзу генерала Смысловского? Я сказал, что маленькие страны никогда великими державами быть не будут. И это все, что я сказал. А то, что они могут выделить какого-то генерала, об этом и спора нет. Это другой разговор. Мы о чем сейчас говорим? О великом. Великие державы. Уровень. Вы знаете великую державу, которая была маленькая, как какое-нибудь княжество? Нет, конечно. Особенно, что такое великая держава в условиях империализма. Если это большая держава, она может грабить другие страны. Если она большая, но ее грабят, то она уже и не великая. Правильно? Если она не дает себя грабить, то она может снова вернуть себе статус великой. Вот сейчас, вот, можно сказать, Россия в таком положении, когда то ли она удержит такой статус великой державы, то ли, так сказать... Ну вот представьте себе, если бы, скажем, на Украине установилась бы профашистская, проамериканская власть. Поставили бы ракеты, Украина вошла бы в НАТО. Эти ракеты через 5 минут уже будут в Москве. Весь этот ядерный щит и вся эта мощь ракетно-космическая ничего бы не означала вообще.
Ну и каких-то таких шансов твердых для того, чтобы считались с Россией, вообще тогда не остается. Так что вот такая тут ситуация. Но мы сейчас говорим о другом. Мы сейчас говорим о развитии, о движении. Причем под развитием понимается движение низшего к высшему, простого к сложному. Так? Не всякое движение развития. Вот если кто-то совершает движение к гибели, это развитие? Или развитие болезни? Но это не развитие человека. Это развитие на болезни. Она, так сказать, каких-то начальных таких стадий переходит к очень тяжелой стадии. Поэтому, когда мы говорим о развитии, мы имеем дело с движением низшего к высшему, простого к сложному. Но сводить это к количественным изменениям нельзя. Количественные изменения тоже значат кое-что. Хороший спортсмен имеет, так сказать, крепкие мускулы, накачан и так далее. Но это не значит, что он выиграет. Например, борьба самбо, она отличается от других видов борьбы тем, что тут человек должен думать, когда он борется, прежде всего. Если он удастся ему провести прием, то, несмотря на то, что его противник, так сказать, мощнее, просто по силе, он может быть побежден. Вот у нас такая присказка была. Больше социализма. И Горбачев это говорил, и Лигачев это говорил в советское время. Но вот если переходный период закончился к социализму, как его может быть больше? Это же не мука или не крупа. Как можно ее подсыпать больше социализма? Никак нельзя. Вот он более развитый, может быть. Это да. Более развитый. А если вы просто скажете развитый, это конец всякому развитию. Вот вы помните, была концепция развитого социализма? Не очень помните, но слышали, знаете. Это та концепция, с которой на устах умерла КПСС. И вместе с ней Советский Союз. Потому что если у вас заболеет мозг, то не думайте, что вы будете в добром здравии. Это понятно. Это правящая партия. Что значит развитой социализм? Значит, что такое вообще социализм? Есть такая формация социализм? Нет. Нет такой формации социализма. А какая есть формация? Коммунистическая формация. И вот коммунистическая формация, когда она выходит из капиталистической формации, она что, выходит без родимых пятен этого выхождения? Она сразу, так сказать, все имеет в себе коммунистическое? Или она несет родимые пятна выхождения из капитализма? Ну вот люди, которые занимались диалектикой, именно Маркс, Энгельс, Ленин, они на это все время обращали внимание. Маркс писал в критике Готской программы, что коммунизм, который выходит из капитализма во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, несет отпечаток того строя, из которого он вышел. Мне приходилось на эту тему нередко выступать, причем в очень больших аудиториях. И однажды даже у нас был такой казус. Вот, значит, в Доме политпросвещения сидело 1500 человек, внимательно слушали это. И вот на том месте, когда я сказал, что социализм во всех отношениях, в том числе и в умственном, несет отпечаток старого строя, оттуда там с верхотуры, один товарищ громко и отчетливо произнес: это и видно. Я так посмотрел туда, говорю, и слышно. И так все как-то дальше пошло хорошо. Следовательно, что такое социализм? Это незрелый, неспелый, неразвитый коммунизм. Ну, можно по-другому сказать, молодой коммунизм. Молодой он, естественно, еще, так сказать, не все носят черты, которые имеет зрелый коммунизм, полный. Но молодой человек – это человек? Или это лягушка? Человек становления. А? Человек становления. Ну, человек становления – человек или нет? Или крокодил? Человек. Ну, так а что-то. То есть на вопрос о том, человек или нет, хоть вы мне, конечно, дополнительно даете информацию, за что спасибо, но я могу усвоить вот только одно. Вот, понимаете, у меня так с усвоением плохо. А вы мне радуете сразу так много информации, это уж очень много. Вы философы ведь не так, как у обычных людей. Обычные люди стараются показать, что вот я много знаю. А два философа как спорят? Один говорит,
так смотрит, вот мы с вами как два философа. Вы уже высказались, да? А я говорю, а я знаю мало. А вот тот, который напротив был, говорит, а я еще меньше. А я-то, чтобы вас выиграть, говорю, а я ничего не знаю. А тот возьми и скажи, а я и этого не знаю, и выиграл. На самом деле, а таких людей, которые все знают, просто нет. Сколько бы человек ни знал, ну все-то вы не знаете все равно. Ну а в чем тогда проблема? То есть у нас бесконечное незнание и знание конечное. Чем хвалиться-то? Поэтому а что значит зрелый или там развитой социализм? Ну, если он разовьется, получится что? Ну, полный коммунизм. Высшая фаза. И вот огромное количество людей, образованных, там, так сказать, идеологических работников, прошедших высшую партийную школу, Академию общественных наук, я не знаю, что они там делали. Я там был, там очень хорошая столовая. Не знаю, что они делают. И это был центр, так сказать, ревизионизма, вот как раз, и разложения социализма, Академия общественных наук и высшие партийные школы. Вот вы видели Александра Сергеевича Казенного, да? И еще два человека из высшей партийной школы, так сказать, сохранили, по крайней мере, ну, такое, так сказать, знание достаточно глубокое и твердое. Всех остальных вообще мы не знаем, куда-то делись. Ушли на заработки. А куда пошли первые секретари разные? Они же в банки пошли консультантами. Не в рабочие, не в директора заводов. Консультировать бизнесменов. За соответствующую плату. Профессионалы. Есть люди, которым не важно, чем управлять, лишь бы управлять. То есть вот, если мы берем вопрос о развитии социализма, то как только закончился переходный период или становление, да, вот о котором вы сказали, как только закончилось становление, может быть больше социализма? Ну не может быть больше, он уже охватил всю экономику, всю общественную жизнь. Нету таких укладов, которые были бы не социалистическими, правильно? Было еще 5 укладов, был уклад в России патриархальный, был уклад мелкотоварный, был уклад частно-капиталистический, был уклад государственно-капиталистический, был уклад коммунистический. Остался один коммунистический уклад. Как может быть больше социализма? Но начали рассказывать про развитие социализма. Больше хлеба, больше угля, больше нефти. А что не может быть, что больше угля, больше хлеба, а социализм все хуже и хуже и хуже. А куда этот идет? Уголь. А на что расходуется нефть? И во что превращаются эти богатства? И так далее, и тому подобное. Мы и сейчас это наблюдаем. Сейчас вообще не социализм, вот капитализм. У нас очень много нефти. И что, надо эту нефть добывать и сырую гнать на Запад? Вот если бы вы были предпринимателем, капиталистом, так сказать, и сидели бы на уровне, ну, председателя Совета Министров, вы что бы, приняли решение сырую нефть гнать просто и продавать? Вот человек сидит, я не знаю, почему вы не премьер-министр. Строить нефтеперерабатывающий завод. Так? Причем построить его там поближе к тому месту, где добывать. Потому что сырую нефть гнать очень трудно, она же вязкая. А керосин, там, бензин и прочие там легкие продукты очень просто, так сказать, перегонять. И в них будет содержаться так называемая добавленная стоимость. То есть мы туда перегоняем свою прибыль. На Запад, она в нефти. Потом говорят, и вот нам так важно, какая у нее цена. А что, может экономика, вот если вы будете ее председателем Совета Министров, у вас бы тоже экономика зависела от нефти? Ну, в Японии нет никакой нефти. В Японии нет никакого угля. В Японии нет никаких... Ну, если немножко есть там что-то, но об этом и речи нет. Полезных ископаемых... Что для экономики так важно, вы что, хотите стать сырьевым придатком других стран, не будем говорить каких, любых. Ну хорошо, не туда, в Китай отвезем. Главное отвезти наши богатства куда-нибудь. Вот отвезти надо. Это развитие.
Поэтому хоть при социализме увеличение просто количества добычи чего-нибудь нельзя считать развитием, что при капитализме нельзя считать, ну, может быть, и развивается, но не мы. Вон, я думаю, Африка еще больше вывозит из своих стран. Из нее, вернее, вывозит, выкачивает. И что это, показатель развития или показатель деградации? Вот то, что у нас так много зависит от нефти, это показатель положительный или отрицательный? Отрицательный. Отрицательный, конечно. Надо вас срочно поставить на место председателя совета министров, я думаю. Хороший кандидат. И потом вы энергичнее как-то. Вот при Сталине было так. Он был при Совмина, а наркомы были так 33, ну до 35. А почему? А потому что до 33-35 лет, как бы вы ни напрягались на работе, ничего с вами не случится. Сердце у вас не заболит, инфаркта, инсульта не будет, а то выходили, помните, люди уже в таком возрасте. Дорогая Индира Ганди. Им говорят, это Тэтчер, Ганди Ильич. Дорогая Индира Ганди. Да я вижу, что Ганди, она написана, Тэтчер. Короче говоря, мы не можем связывать с концепцией развития просто уменьшение чего-либо или увеличение. Есть люди большого роста, есть люди маленького роста. И люди от этого зависят, какой, как узнать, кто гениальный, кто нет. Точно так же нельзя определять по тому, какие у кого способности проявились там в детское время. Вот, так сказать, есть такие люди, которые очень здорово считают. А есть великие математики. Это разные, так сказать, категории. Но кому какое дело, сколько вы там считали в детстве? То есть вообще вопрос в этом смысле о развитии непростой. Непростой. И люди, которые в нем не разбирались, придумали вот эту концепцию. А чтобы не знали, кто придумал, они держали в тайне, кто это вот эту ерунду придумал. Я, например, вам, как лектор, не могу сказать, не знаю. Я подозреваю, что вот Цыпко в этом участвовал, например. Потом некоторые граждане в ГДР, когда они прочитали, что у нас общенародное государство, начали выдумывать какой-то новый базис для такой новой конструкции. Раньше было понятно, государство, диктатура рабочего класса и социализм. Низшая фаза коммунизма. Надо изживать отпечатки старого строя и двигаться, если речь идет о развитии, от чего к чему? От себя к себе. Вот вы когда развиваетесь, вы от кого к чему движетесь? Кому? А? От себя? Ну, естественно, к себе более развитый, правильно? Вы же не какой-нибудь там другой. А как еще может быть иначе? Поэтому это называется развитие на собственной основе. Движение на собственной основе. Не из капитализма к коммунизму, а от коммунизма, который вот закончил свое становление, вышел из капитализма и двигается теперь к коммунизму более развитому. Наконец, как только он живет, следы старого строя, какие это следы? Это деление на город и деревню, противоположность между людьми физического и людьми умственного труда. Это неравенство социальное между мужчиной и женщиной, скажем, не одинаковое количество свободного времени и неравная роль в общественном производстве и управлении. Как вы думаете, в материальном производстве при социализме сколько женщин был процент? Когда? 50. А в партии, которая управляла? А? Громче. Ну, что вы принижаете? Что вы принижаете успехи социализма? Ну, один. Не один, а 11. На 1000%. Ничего себе, маханули. Ну, 11. То есть, как только управлять мужики, как только работать с лопатой, так, говорит, мы на равных. Все тут у нас на равных. Лопата всех уравняет. А? Лопата всех уравняет. Лопата всех уравняет, да. Скажем, у Ленина мы можем прочитать в «Государстве революции». Справедливости и равенства. Первая фаза коммунизма дать не может.
Неравенство остается, и неравенство несправедливое. А у нас сегодня рассуждают люди, вот, несправедливо. Что значит несправедливо? У вас какая стипендия? 1452 рубля. Ай-яй-яй, сколько много. Наверное, вы неуспешные. А есть успешные люди, у них есть корабли. У Абрамовича есть корабль, у вас нет. Заводы есть. Вот у Пугачева было два завода. Северный Вир и Балтийский завод. Я думаю, он, наверное, на стройке работал сверхурочно и на денежки и набрал на эти заводы. Как вы думаете? Вот как можно было получить такие заводы? Наверное, способный очень. Вот кого мы сейчас считаем олигархами, вот что они такое сделали, вот что-нибудь такое великое сделали, что-то организовали какое-то мощное производство. Вот, допустим, Дерипаска. Что он организовал? Вот была такая машина, «Волга». И завод есть, газ еще, Горьковский автозавод. Вот этот Горьковский автозавод выпускал «Волгу». «Волга» все время пользовалась спросом. Вообще «Волгой» надо было заниматься и новые делать модели, совершенствовать. Никто не занимался. Потому что она уже принадлежала, этот завод Дерипаски. Тогда он придумал, что надо купить самую плохую, какая есть в Америке, машину, Крайслер. И вместо «Волги» стать производить «Волгу Сайбер». А «Волга Сайбер» – это, ну, так сказать, корова на колесах. Так сказать, никто ее особенно не хочет покупать. Да и эту не производили, потому что правительство России давало 50 тысяч, правительство Нижнего Новгорода еще 50 тысяч, утилизация 50 тысяч. 150 тысяч давали дополнительно, и некоторые, так сказать, записывались брать эту самую «Волгу Сайбер», но отказался «Крайслер» поставлять больше, чем на одну смену. А почему? А потому что все зависит от Соединенных Штатов Америки и от «Крайслера». Потому что и бампер везли оттуда. Это называется у нас локализацией. Локализация же не говорит, где локализовано. Локал, так сказать. Где эта местность-то? Ну, местность вот там есть. Там делают бампер. А здесь что делают? А здесь уничтожают «Волгу». Вот сухой остаток этой всей операции. И «Волги Сайбер» теперь нет. И «Волги» нет. Задача решена. Вот если вы решили такую задачу, я думаю, вам бы соответствующая автокомпания дала бы соответствующую сумму. Как вы считаете? Например, ну это мы точно не знаем, а вот мы точно знаем, что Daimler-Benz подкупил государственных чиновников, 20 государств, в том числе в России чиновники получили 5 миллионов евро за то, что обеспечили заказ на машины «Мерседес» для государственных нужд. И у нас даже наш следственный комитет дело уголовное завел. Но как-то не пошло. Дело не пошло. Ну подумаешь, 5 миллионов евро. Нам же не надо в казну этих 5 миллионов евро. У нас же недавно вышел указ только что президента о том, что надо уменьшить наказание за взятку. Заметили, нет? Не заметили? Ну, они заметили. Дескать, слишком большая кратность. У нас раньше за взятку что делали при Ленине? Расстреливали. Так, а дальше? Потом было за взятку конфискация имущества семьи. Но наступили светлые времена. Светлые, я имею в виду 90-е годы. И стало ясно, что можно и не расстреливать за взятку, можно и не конфисковывать. Потому что, а что такого плохого? Это инициативные ребята, они, так сказать, ну, взяли немножко денег. Что такого плохого? И вот в итоге что мы имеем? Мы имеем, что тот, кого ловит за взятку, а у него как бы ничего и нету. Ну, «Жигули» заберите. Что на него? Старый телевизор там записан. Остальное на жену, на тещу, на сыновей там и так далее. Вот просит, добивается товарищ Бастрыкин, ничего у него не получается конфисковать. И вот при товарище Медведеве вместо уголовного дела стали заводить взятку. Теперь все взяточники знают, что за взятку не сядешь. Это сигнал. Или, как сейчас говорят, как это называется? Месседж. Месседж послали, чтобы можно спокойно, товарищи. Вы не сядете. Кратность.
Ну, скажем, взяли вы 100 взяток по миллиону в течение... Это мелкие теперь взятки, как вы понимаете. В течение года. Вас поймали на одной. Ну, на всех же не поймаешь. Тем более, столько много взяточников. И дали 10 по суду. Штраф 10. Должны в 10-кратном размере отдать. По сравнению с чем? По сравнению с тем, что нашли. 10 миллионов. 100 миллионов минус 10 миллионов остается 90 миллионов. Нормальная экономика. Ну, как бы человек, ну, немножко походил по судам, это и за эту работу 90 миллионов. Красота. Так нет, говорят, не отдают 90 миллионов. У нас такая мощная правоохранительная система, она не может заставить отдать. Вот заставить, а вот разрешить забрать, она может. А забрать назад не может. Поэтому давайте сделаем уменьшим кратность взяток. И вот буквально 2 недели назад уменьшили, наконец. А вот у Ленина можно прочитать. Жулики, тунеядцы и хулиганы. Враги социализма. Враги трудящихся. И всякое нежничание. Да, и расправляться надо с ними беспощадно. И всякое нежничание, всякое сентиментальничание по отношению к ним было бы величайшим преступлением против социализма. Сталин, тогда, когда у нас завершалось строительство социализма, писал, что вот буржуазия частную собственность сделала священной и неприкосновенной. Но это Сталин не осуждал. Он говорил о том, что каждый класс, он упрочивает свое господство. Буржуазия сделала частную собственность священно неприкосновенной. Наш строй не будет крепким, если мы не сделаем общественную собственность священной и неприкосновенной. Сделали священно неприкосновенной? Сделали. А теперь у нас частная собственность не священная и неприкосновенная. Но мы же вроде как к буржуазному строю пришли. Ну так давайте сделаем частную собственность священной и неприкосновенной. Государственная собственность – это общественная сейчас собственность или частная? Частная. Это частная собственность класса капиталистов. Так я выступаю как представитель государственного университета, чтобы государственную форму собственности частной сделать священной и неприкосновенной. Это я правильно делаю? Нет? Неправильно делаю? А вы не берете взятки? Я уже вас подозреваю. Я знаю, что тут есть люди, которые думают, хорошо бы взять взятку 5 миллионов. Но еще пока не может решить, на что потратить, потому что как-то вот трудно сразу переключиться, правда? Ну, пойдет, это купит, то купит, это купит, а потом же или у него отберут, или узнают. Надо прятать, потом в один банк положишь, лопнешь, придут бандиты, отнимут. В общем, это целая канитель. Когда вы изучали в общем виде вопрос о развитии, вы пришли к выводу о том, что истинная концепция развития, истинная теория развития понимает развитие как борьбу противоположностей, борьбу противоположных тенденций. Вот в философских тетрадях у Ленина есть специальный раздел, такой конспект к вопросу, маленький такой экспромт, к вопросу о диалектике. Где он говорит, что развитие – это не уменьшение или увеличение, а это борьба противоположностей, борьба противоположных тенденций. Если мы рассматриваем развитие не как такой тихий мирный процесс, когда все лучше, или все, спите спокойно, все будет хорошо. Или как в сказках. Ложись спать, Иван-царевич, а завтра утром уже и пироги испечены, и рубашка соткана, все есть. Да? Так вот, ну какая-то борьба противоположных тенденций ночью, значит, шла. Потому что так просто не бывает, чтобы появилось что-нибудь без борьбы. Вот чтобы даже на лекцию прийти, надо борьбу же провести. Встать утром, надо встать. Встать, не встать, не встать, встать. Я помню, я очень трудно боролся во время экзаменов. Я решил, в последний день перед экзаменом никогда не занимаюсь. Долго. Да, сплю. Последнее время. Но накануне 2 часа сплю. И
Завожу на 2 часа ночи, в 12 ложусь. Звонит будильник, раз его, и дальше сплю. Так, на следующий день, я уже думаю, нет, так этот номер не пройдет. Я завожу на 2 часа ночи и ставлю будильник подальше. Туда я раз, туда дотянулся, раз его, и все равно сплю. Ну да, но эту борьбу я доведу до конца. Я взял на шкаф, поставил в другом концу комнаты. И вот он звонит, а я ночью им туда-сюда, туда-сюда, где-то звонит, туда. Я побежал до шкафа, а там достать надо, залез на стул, нажал, ну уже проснулся, да, надо заниматься. Это же борьба. Особенно мне жалко тех, кто вот шел на лекцию и не дошел. Ну не смог побороть. Предположим, вот тот самый коллега тоже хотел прийти послушать, не дошел. Тяжело. Особенно вот когда люди опаздывают. Раньше говорил, вот человек опоздал. Как вы опаздываете, как так? Он же пришел. Он боролся и пришел, а вы тут на него... Нет, чтобы поддержать это, так сказать, его движение души, а вы тут на него... Вот, вы опоздали. Это я считаю, безобразие. Это значит, люди, человек не понимает вообще, что всякое хорошее дело идет тоже через борьбу. Ну, чтобы к экзамену подготовиться, опять борьба, надо сидеть. Вон сейчас солнце такое светит, а вы будете сидеть. Что вы тут делаете на лекции? Смотрите, как хорошо на улице-то. Нет, мне, говорит, заниматься надо, я хочу стать историком, там, много знать. Да ладно, это историком, да лучше быть здоровым человеком, чем вы заболеете и не историком не станете. Я не знаю, зачем вы сюда ходите. Короче говоря, тут это вопрос еще, как к этому подойти. Сегодня я подхожу, говорит, дверь ломится. Думаю, я думаю, может, никто увидит, что закрыта аудитория, не придут. Нет, все равно, говорит, ждут, когда откроют. Просто никак нельзя избавиться. Я думаю, ну, никто не пришел, и я бы не пришел. Я бы развернулся и пошел в столовую. Тоже хорошо. Короче говоря, есть ли такое, какое развитие, которое не требует борьбы? Можете привести пример? Нет таких примеров. Если развитие – это движение низшего к высшему, это простого к сложному, оно всегда идет через борьбу противоположных тенденций. А? Как? А гусеница – бабочка. Повторите громко. А гусеница – бабочка. Ну? Ну вы что, не видели, как из куколки выбирается бабочка? И она из гусеницы, что ли, вылетает? Вы пропустили стадию развития. Не видели? Куколку. Куколку. Не видели? Достанешь куколку, уже это не гусеница. Она ей может шеей пошевелить. Но она вся в кожуре такой, в кожице. Глаз никаких не видно, крылья тем более. Но крылья уже обозначены так. Если вы найдете такую вот куколку, это надо ей выбраться из отсюда, выбраться. Это еще какая борьба. Родиться нужно бабочке, выбраться из этого склепа, в котором она находится. Это страшная борьба. А давайте мы вас так запакуем, как вот эту куколку, посмотрим, как вы будете ковыряться. А у нас для этого есть, знаете, скотч. Вот так вот замотаем. И эксперимент. Через сколько вы выберете? А? Это уже уголовно наказуемо. Нет, это научный эксперимент. А человек сам попросил, а мы не могли отказать. А-а-а. Да. Давайте попробуем. Надо попробовать, я считаю. Давайте так внезапно. Перерыв у нас будет. Вы кто-нибудь бегает за скотчем, потом внезапно на него сразу 5 человек нападут, а 6-й будет заматывать его. Остальные держать. А? И тогда он будет знать, будет он бороться или нет, он так скажет. Так, значит, больше этот пример ваш не прошел. Еще есть пример? Нет, ну, слава Богу. Значит, чем занимается диалектика? Всеобщим. Это всеобщее положение. Нету никакого развития без борьбы противоположной. Нету. Всякая борьба идет через борьбу. Всякое развитие идет через борьбу противоположных тенденций. Надо только их увидеть во всем. А как их, они называются, как вы думаете? Как называется тенденция, которая совпадает с направлением развития, то есть с движением низшего к высшему, простого к сложному? Как называется? Прогресс. А? Прогресс. А противоположное? Регресс. А в общественной жизни регресс как называется? Стагнация. Ну да, стагнация – это застой. Нет. Как называется регресс в общественной жизни? Деградация. Ну, деградация – это разрушение, понижение. Это, ну, это не то. Контрреволюция. А? Контрреволюция. А что, эволюционного регресса не может быть? Движение вспять. Эволюция. А? Вот реакция, да. Реакция. Реакционеры. Не знаете такое слово? Нет.
Да знаете вы все это. А чего вы прикидываете, что не знаете? Вам просто сказали не выдавать. Да? Вы партизаны? Да. Понятно. То есть реакции. Значит, во всех областях, если мы возьмем прогресс и регресс, то есть что, какое понятие сложнее, прогресс или развитие? Прогресс, конечно, правильно. Вы правы. Почему? Потому что для того, чтобы понять, что такое прогресс, надо дойти до развития. И в развитии различить противоположные тенденции, через которые, через борьбу которых ведется это развитие. И вот эта вот тенденция в самом развитии, противоположная называется, ну, если она противоположна направлению развития, то регресс. А если она совпадает с направлением развития, то прогресс. Это относится к чему? Ко всему. К вам относится? Да. Ко мне относится? Вот видите, я стою. А я же умираю. Все не видно, что ли? Ну, даже если вы не видите, то я, вот я, скажем, пожилой человек, а что такое? Пожил уже человек. Ну, хватит уже. Ну, если пожилой, что хотят сказать? Или молодой человек тоже тут сидит, такая же зараза. Говорят, вот тут молодой человек, пока. Но это не вечно же. Потом будете средних лет. Это девушки, они все время молодая, молодая, молодая девушка. Потом умерла старушка. А нашего брата это не касается. Тут уж если ты молодой, то уже сказали, ну, молодой, да, ну, все, теперь уже средних. Потом пожилой. Ну, пожили, если пожилой, что тут непонятного-то? Шутов писал. Из этой жизни еще никто не вышел живым. У вас другое предложение, пожалуйста? А? Отменить эту регрессивную тенденцию. Отличное предложение. Давайте проголосуем. Разве тогда можно говорить о развитии человека, если мы тогда все равно умрем? Кто это мы? Кто это мы? Нет, весь я не умру. Помните стихи? Весь я не умру же, и вы все не умрете. Значит, давайте разберемся. Это и мысли очень ценные, я считаю. Вот приятно иметь дело с умными людьми. То есть человек, человечество, оно бесконечно и вечно, согласитесь со мной? Человечество бесконечно и вечно. Так? Одни поколения сменяют другие, идет развитие и так далее. Поэтому, но это бесконечное и вечное человечество состоит из кого? Из отдельных конечных индивидов. Правильно? Поэтому все, что навечно делается человечеством, все сделано отдельными индивидами. Вы хотите себя увековечить, да? Напишите книгу. Сейчас пишите уже сейчас. Потому что эти люди не понимают они этого, а вы понимаете. Пишите книгу и сдавайте, я вам помогу. У меня тут есть товарищ, он вот уже написал. Мы с ним вот посмотрим, он потом издаст. Не знаю, будете ли вы вечно или нет, а вот он, его фамилия будет навечно в библиотеке. Как только получит ИСБН, Международный библиотечный индекс, 16 экземпляров уйдут в книжную палату из издательства, разойдутся во всем крупнейшим библиотекам, и всегда можно будет там в нашей государственной библиотеке найти по фамилии книгу такого-то. А никого не волнует, и живой он или не живой, вообще никого не волнует. Можете себе представить? Он навечно в этой будет сидеть. Причем очень быстро. А вы тут сидите, вот не предпринимайте мер. А люди уже тут позаботились. Историки должны позаботиться, чтобы себя на скрижали записать. Вы же самые близкие к скрижалям. Это мы тут далеко отходим. А вы-то вот прямо вот сейчас историки, они же все описывают. Еще могут записать. Или, вот, конечно, хуже, когда в интернет повесишь, там вот, допустим, накроется этот YouTube, и все. И все ваши ролики, и прочие всякие штучки, все и пропали. Поэтому я, скажем, от кадеты «Народной правды» и фонда «Рабочей академии» много-много видеозаписей передал в наш архив политических документов. На специальном, только не на флешке, а на специальном, так сказать, таком блоке с очень большой емкостью памяти, который там будет не зависеть от YouTube. Если YouTube накроется, то это останется. Ну вот Пифагор-то живет сейчас или не живет, как вы считаете? Ну,
Кирилл Пифагор живет? А что вы, а что вы хотели от Пифагора получить? Что? Печенка, селеденка? Что вам нужно было от него? Я не очень понимаю. Ну, теорема Пифагора он дал? Дал миру. Евклид. Геометрию Евклида все изучают? Евклид когда был? В Древней Греции? И что? Да он же умер, зачем его изучать? Да ты не умер, но тебя-то изучать не надо, а вот Евклида надо. То есть умер, не умер, это десятое дело. Это временно, то, что умер, а то, что вы сделали, вечно. Что такое культура? Скажите, пожалуйста. Товарищи историки, культура что такое? Культура в широком понимании – это все произведённое человеком. То есть любое барахло, какое я сделал, все это культура. Так, грязи сейчас пойду навезу, сейчас вот буду ходить вот здесь и все портить. Это все будет культура, да? А? Все произведённое человеком. Потом вот есть у меня дома чемодан, он в кладовке, и там всякое барахло. А вдруг понадобится? Вот открою его, это, наверное, музей. А вот вы не видели, как пузыри производит человечество? Так вот ходит по улице, живет эту самую жвачку. Это произведенное человечеством. Это культура, что ли? Нет. У нас же строго очень с вами, по определению. Вы даете определение, я им пользуюсь. Если вы хотите, чтобы я такие выводы не делал, не давайте такое определение. Я-то тут при чем? А это если у вас определение дается для того, чтобы им не пользоваться, так это не определение. Что это вам такое определение культуры дал? Не знаю, я вот с культурологами работаю. Я у них хотел узнать, они тоже интересные люди. Я их спрашиваю, что такое культура? Так, ненавязчиво. Они говорят, есть 500 определений. Ну хорошо, говорю, ну дайте одно. А вот одно не дают. Не знаю, может им сказали не выдавать. Может они и знают. Не выдают. Ну я тогда так спрашиваю, можно я скажу? Они говорят, ну можно. Вот. Культура это, вам понравится. Накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Опыт. Опыт состоит в том, что не надо вот в грязных сапогах вот здесь ходить, в частности. Вот это будет культура. А то, что я создал этого течения там, натворил, Творец. Это еще не факт, что культура. Накопленный опыт человечества, материальный и духовный. И делится на материальную культуру и духовную культуру. Археологи что делают? Они что, просто вот собирают черепки? Или они собирают черепки, чтобы представить историю живой? Да? А историю для чего изучают? Чтобы уроки извлечь для чего? Для истории? Для у тех, кто умер, что ли? Вы для тех, кто умер, собираете материалы? Для будущих поколений? Ну, слава Богу. Вот видите, как хорошо. А если для будущих поколений, значит, вы будете вечно жить в будущем поколении, в будущих поколениях. Значит, у Маркса есть такое положение. История славит как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. История не интересуется, как вы там делали это, вот то, что принесло счастье. Там вы в бессонные ночи у вас были, или в раздумьях выходили, или страдали. Или даже заболели. Это никого не интересует. В том числе, не особенно нас интересует, что когда Маркс писал «Капитал», вот у него там фурункулы были, а Энгельс ему денежки присылал. Ну, это, конечно, существенно для написания «Капитала», но это не в этом ценность, как Маркса. Фурункулы могут быть не у Маркса, а «Капитал» только у Маркса. Написал Чайковский великие произведения. На сколько они? Он их написал? На год, на два, на три или на вечно? Навечно. Он человек конечный, а навечно написал. То есть он вошел навечно в культуру человечества. Ну вот Ленин вечно живой, так некоторые шутят, так а что не шутить? Вот посмотрите, показывали сейчас фильм про Крым, где собирались эти ополченцы, которые, значит, решали вопрос о том, что надо сорганизоваться в Крыму и, так сказать, поставить вопрос о независимости Крыма. Где они собирались? У памятника Ленина. Потом показывает, а где собирались те, которые устроили контртеррористическую операцию и Майдан. Где они собирались? Тоже собирались у памятника Ленина и сносили этот памятник. В одном месте, мне очень понравилось, в одном месте вышиванку одели Ленина. Вот это, по-моему, правильно. А почему? А потому что Ленин же создал независимую Украину, незалежную. До Ленина-то не было ее.
То есть там, по идее, люди благодарные должны, правый сектор, какой угодно сектор, должны там везде таблички повесить. Это мы его не любим, он нам не нравится, мы противники всех его идей, но он создал, ну если так, исторически правильно, незалежную Украину. Или была незалежная Украина до Ленина? Ну не было. Ну как ты так? Ну это нехорошо же. Вы мне что-то хорошее принесли, сделали, а я потом ваш памятник, бах. Ну это вообще, это бескультурье. Согласитесь. А Украинская Народная Республика? А? А УНР? Украинская Народная Республика? Ну она не устоялась. Ну что, а? Ну это я объявить-то могу, я сейчас могу объявить, что у нас вот с вами 45-я республика. Имею в виду, что у меня ключи. Я предлагаю меня избрать президентом. Пожизненно. И тут же укокошить. Тогда это будет точно пожизненно. Потому что во всех остальных случаях нет гарантии, что я буду пожизненно. А тут гарантия 100%. Давайте будем говорить о серьезных таких образованиях. Это же республика украинская была. Она долго существовала. Советская украинская республика. Правда? Но это у нас возникло и лопнуло. Это пузырь. Пузыри лопаются. Было, было, было. Мало ли чего было. Много чего было. Вон Ирак, какая была, так сказать, великая культура. Но по сравнению с Ираком, там, Соединенные Штаты Америки, там какой срок-то? Прилетели, разбомбили, повесили президента Ирака. Дескать, там вроде какое-то средство массового поражения, говорят, в ЦРУ, говорят, что там были средства массового поражения. Поискали, повесили президента, улетели, говорят, нету там никаких средств массового поражения. Мы проверили. На всякий случай президента повесили. Полетим давайте в Ливию. Для этого надо открыть небо над Ливией. И гоняться на самолетах современных за каждым, кто там ходит по Ливии, и стрелять из пулеметов, самолетов. Ну и как ливийское государство сейчас поживает? Ну если вы добились там, они же говорили, что это вот демократическая защита демократии. Это действие реакционное или прогрессивное? Ну, ясно всем, что реакционное. Но молчание это по этому поводу. Но мы давайте действия будем оценивать все-таки. Не с позиции «мне нравится, не нравится». Но мне, может быть, нравится. Мне нравится, как красиво так летают самолеты. Но давайте мы решим это вот. Соответствует развитию или соответствует деградации? Вот мне, может быть, нравится, что много сейчас из Югославии сделали много разных всяких государств. Вот таких, как вы говорили, как бы народных. Я даже не могу даже запомнить, сколько этих... Вот Югославия была, ну, такая достаточно крупная европейская страна. Причем буржуазная. Или какая? Социалистическая? Социалистическая давно уже была. Она уже была буржуазная. И вот прилетели демократы на самолетах. Знаете, как говорят, миротворцы. Миротворцы это кто? Это если бомбят, значит миротворцы. И вот прилетели на самолетах, разбомбили, уничтожили эту страну, как страну. И теперь там есть Черногория. Поезжайте, у нас там виза не нужна. Можете прямо ехать на пляж с паспортом своим. Вперед. Нет, паспорт надо международный. Так, что там еще? Хорватия, 2. Сербия, подруга наша, 3. У нас там теперь подруга есть. Раньше вся Югославия была подруга, теперь Сербия у нас подруга. Ну, Черногория само собой подруга, потому что мы на пляж туда ездим. Что там еще есть? Македония есть. Албания не входила в Югославию, не надо. Это Албания теперь что, югославская Албания? Нет, Албания не надо путать. Нет, там еще что-то есть. А, какая-то Герцеговина, по-моему. Босния и Герцеговина есть? О! Ну, может, я не всех пересчитал, но вы займетесь там, насчитаете. И это что прогрессивно сейчас сделать из большой страны, в которой были нормальные отношения межнациональные, нормальные были межнациональные, сделали страну, в которой, вернее, нет уже этой страны, сделали много-много мелких государств, которая никакой роли теперь серьезной в политике европейской играть не может и не играет. И можно там любого лидера схватить и начать его судить. Вот вас надо судить, потому что мне не понравились ваши очки. Ну, мало ли, что вам нравится. А у меня есть деньги, я найму вот этих 3 человек, они будут судьями. Во сколько денег вам надо платить, чтобы были судьями? Я думаю, миллион надо хотя бы евро. А я перекрутил. В год или в месяц? Нет, за суд.
За сутки? Ну, это серьезные люди, да, это серьезно. Так, ну, надо еще и обслуживать, кто будет. Я думаю, вот этот весь состав пойдет. Вот мы когда суд будем создавать, все вот эти вот молодые специалисты, они как раз сядут. И будем выдергивать, ну, надо какие-то вооруженные силы нам. Мы договоримся с какой-нибудь страной, с кем лучше, кто быстрее всего реагирует, кто самый сильный в мире. Бог. Самый сильный в мире сейчас Соединенные Штаты Америки, никакой не Бог. Мы договоримся, с Соединенными Штабами договоримся. Надо вот судить. Ну, чтобы судить, надо же выдергивать там соответствующих объектов, соответствующие объекты, субъекты, чтобы можно их было судить. И притаскивать на суд. Дальше мы эту всю процедуру делаем, а дальше их сажаем. И все. А так не делается разве? А так и делается. Кто этот суд вообще-то? Что это за суд такой самозваный? Суд по бывшей Югославии. Давайте суд сделаем по бывшему СССР, пока кишка танка. А могут и сделать. А если кто в какой-нибудь селе жил, давайте по вашему селу сделаем суд. И разберемся, кто куда там пошел. А то не доходим мы до села, а надо дойти, пора уже. Короче говоря, если мы вот рассматриваем процесс развития, то мы обнаружим, что тут на каждом шагу и есть с одной стороны прогресс, с другой стороны регресс. А бывает прогресс без регресса? Вот вы развиваетесь, будете историк, становление, вы говорите, тра-та-та, тра-та-та, но вы же... Но не будем о грустном. Не будем о грустном, а будем говорить о том, как изображали вот это становление социализма в России, в литературе. Что есть... Становление социализма, переходный период, и все вперед, 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 строительство социализма. А что мы-то с вами изучали, что есть кроме возникновения еще и что? Прихождение. А бывает, чтобы не было прихождения? Не бывает. А что не писали об этом? А что-то писать о грустном? Так, а если социализм? Вот говорят, идет дальше. Правда, я не понимаю, вот что такое социалистическое строительство, когда социализм построен. Вот у нас, допустим, ремонт нашего здания. Закончили ремонт вроде бы. Ну, может быть, строительством дальнейшим, как перманентный процесс, надо считать, что у нас сохраняются все эти леса, так и будет навечно. Или у нас, например, там поставили окно без стекла. Ну, уже больше 2 месяцев прошло, может быть, и не надо вставлять и так далее. Может быть, этот вот процесс ремонта, он будет тоже перманентный такой. То есть, если речь идет о развитии, можем мы как-то избавиться от этих вот отрицательных? Никак не избавитесь вы. Если у вас социалистическое строительство закончилось, то почему продолжается опять социалистическое строительство? Какое надо было слово употребить, начиная с середины 30-х годов? А? Как? Коммунистическое. Нет. Неправильно. Какое коммунистическое? Социалистическое строительство – это и есть коммунистическое строительство. Я вам объяснял, что социализм – это коммунизм в низшей фазе. А? А почему надо строить что-то? Почему надо строить? Вот вы строите себя или вы развиваетесь? Ну что это за представление об обществе, что оно строится? Это что, дом? Ну дачу вы можете построить. Ну солдат можно построить. Армию даже можно построить. Но как можно общество-то построить? Ну это какая-то ерунда. Вот было становление социализма, да? А потом пошло развитие социализма. Если развитие социализма, это ради строительства. Развитие социализма – это борьба противоположных тенденций. Ну, боритесь. Вы будете против бороться за негативную или за позитивную? За позитивную. А вот смотрите сейчас КПРФ, они неплохая вроде партия, да? А все ходят, говорят, мы протестуем, у нас протестный митинг, протестные действия. Что значит протестные действия? Протестные – это вот я как не туда пойду, а сразу будут протестовать. А куда надо идти? Не говорят. Не говорят. Или вот... Как вы относитесь к движению сопротивления? Хорошо, да? То есть я вас бью, а вы сопротивляетесь. Я вас душу, а вы сопротивляетесь. А что вы сопротивляетесь? Вы взяли бы, меня побили. Как-то странно, я не очень понимаю, как, если борьба. Почему вы все время сопротивляетесь-то? У вас какая-то задача есть в жизни? Ну так вы решайте ее, а я вам буду мешать, а вы будете отбиваться от меня, а вы сопротивляетесь только. Это я что-то решаю, вам что-то закручиваю, а вы там сопротивляетесь. Что такое, так сказать, такое...
постановку, странную такую постановку, что я буду только сопротивляться и мешать. Скажите, пожалуйста, вот если я хочу выступить против всех неправильных направлений движения, что он, как сделать? Как сделать абсолютное отрицание всего неправильного? Все хорошее против всего плохого. Не. Зачем так сложно? Вы выберете направление движения, и тогда это означает, что вы отрицаете все остальные движения. Правильно? Абсолютно. То есть только утверждение является абсолютным отрицанием всего остального. А если я против, смотрите, я вот взял азимут 30 градусов. Мне сказать, я турист, пойду по азимуту 30 градусов. Это значит, я не пойду 31, не пойду 29, и могу это бесконечно вам рассказывать, куда я не пойду. А если я буду протестовать против всякого движения, меня хотят натолкнуть на правильную, как сами не знают, куда двигаться. Хотят меня натолкнуть, мешают мне идти туда, пойду, мы протестуем сюда, пойду, мы протестуем туда, пойду, мы протестуем. Ну, а куда идти-то? Скажите, куда? Я вот недавно был в Нижнем Новгороде, и там раздавали представители КПРФ книгу Зюганова про рабочий класс и борьбу за коммунизм. И вот на обложке, наверное, вот я знаю, как автор, что он написал, он, что вот автор задумывается над тем, есть ли выход из того тупика, в котором находится Россия. Я тоже задумался, если человек председатель партии, а он еще только думает, есть ли выход из тупика, в котором находится Россия. Во-первых, с чего это он взял, что она в тупике? В истории бывают тупики? По-моему, не бывает. Ну, как им могут быть тупики? Есть движение вспять, есть движение вперед. Но какие могут быть тупики в истории? А потом задумайся, может, и нет выхода, но зарплата руководителя фракции Госдумы идет. Так, а может, это и есть выход из тупика? Что за рассуждение такое? Удивительное. А доктор философских наук, между прочим. Ну, доктора тоже разные бывают. Вот Маркс не доктор экономических наук. Даже, говорят, есть такой анекдот. Кто такой Маркс? Говорит, ну, ты экономист, как наша тетя Зяма. Нет, тетя Зяма старший экономист. Так. Значит, прогресс и регресс неотделимы. Всякое развитие содержит в себе противоположную тенденцию. Значит, например, всякое развитие социализма в России предполагало, в СССР, предполагало постоянную борьбу противоположностей. Но если борьба противоположностей, значит ли это, что ее обязательно ведут враги народа? У вас недостаток есть какой-нибудь? Нет, вот у девушки. У вас это точно есть. А у нее, может быть, нет? Есть? Нет, я про достоинство не спрашиваю, и они очевидны. Я спрашиваю только про недостатки. Есть недостаток? Есть. Недостаток проявляет себя в действиях? В каких? Антиобщественных? Как нет? Ну тогда это не недостаток. Вот интересно. Зачем вы на себя напрасно-то возводите? Если это не антиобщественные действия, зачем вы это под ведомство недостатков проводите? Это неправильно. Значит, у вас есть недостаток. Ну, хорошо, у вас нет, у меня есть. Но если он у меня есть, так он, наверное, выражается в том, что противоположно интересам общества. Так? Ну, мой. Ваш-то нет, конечно, я понял. Но мой-то точно. Противоположно интересам общества проявляется. А если у вас есть недостаток, у вас. Так сколько нас с вами? Миллионы. У нас сейчас 143 миллиона людей с недостатками. Вот если наши все отрицательные действия сложить, что получится? Ну, мы их... Вы же редко такие действия совершаете. Ну, как и я. Редко. Но нас же много, нас миллионы. И складывается могучая тенденция. Какая? Отрицательная тенденция. Не с недостатками. Из этих вот действий отрицательных складывается могучая реакционная тенденция. В каком мощи? Да в любом. Хоть при социализме. Хоть при капитализме. Это что, зависит от того, какое общество? Да нет.
Обязательно, если есть тенденция развития, а недостаток состоит в том, что вы совершаете действия противоположного развитию. Взяли и чашку слом, разбили. Еще не было такого. Чашка, из нее можно было еще пить и пить. Я недавно маханул туда тарелку и чашку. Они были в кастрюле, они все сразу разбили. Я это сразу оценил так, что вам надо сменить посуду. То есть как бы перевел это в позитив. Но вообще-то я понимаю, что это чашки-то были красивые, между прочим, таких сейчас не купишь. А для историка вообще ценные. Чем старше чашка, тем вроде лучше. А я взял и грохнул ее. И не одну, а все сразу три. Это же антиобщественное действие. А если их много? А если строй у нас советский? Значит, какая-то деятельность. Так. Так какая у вас деятельность? А? Давайте я с ваших слов запишу верно. С моих слов записано верно, что я совершала антиобщественное действие. А вы? И вы совершали? Так вы организованной группой, значит, у вас... И вы тоже, я понял. Вас записал. Ну вот теперь, понимаете, какая теперь беда? Я вам как следователь должен доложить, что вот я до этого времени думал, ну, немножко я вас пожурю там за это дело. А теперь, когда я уже записал, что вы вели антисоветскую деятельность, вот представляете, если я теперь вас не отправлю в места отдаленные, ну, как минимум. Это что же получается? Значит, я тут раскрыл антисоветскую деятельность, так? И отпустил их так вот. Сейчас будет перерыв, дескать, выходите. Нет, сейчас будет перерыв, сейчас зайдут люди. Вот вашу руку это мы видели. Этот чистосердечно признался. Он в два раза меньше получит, имейте в виду. Я вас долго вытягивал. А этот человек сам сознался. И вот люди думали, хотя для обычного человека действие антиобщественное – это правило или исключение? Они есть, но как исключение. Вы так бы сразу и сказали, чтобы правильно так себя поставить. Да, у меня есть, но как исключение. И вроде бы уже все. То есть у вас есть, бывает, действие, но в целом-то ваши действия правильные, общественные, направленные на развитие общества. Значит, если человек совершает действие, противоположное общественному развитию, не значит, что этот человек по своей, так сказать, природе противоположен общественному развитию. Правильно? Правильно. Но есть такие люди, которые называются носителями негативных тенденций. Они что, таких нету, что ли? Но если 143 миллиона совершают действия антисоветские, значит, есть такие люди, которые встраиваются в это, используют это и являются носителями. Их единицы. Единицы. Но это действительно, вот эти уже могут быть противниками строя, противниками государства, противниками общества. А действия противные обществу кто только не совершал. Вот вы сейчас, может быть, сейчас совершите действия, говорите. Антисоветское? А? Антисоветское? Нет, сейчас антибуржуазное, давайте, шпарьте. Шпарьте. Антибуржуазное, давайте, сейчас вы давайте. Почему это не хотите? Антисоветское раньше надо было говорить. Сейчас давайте антибуржуазное. Какой вы тогда революционер? Сейчас это удивили вы. Он удивить нас хочет буржуазными высказываниями. Вот интересно. Смелый человек. Я говорю, человек смелый. Так, товарищ начальник, плохо вы нас критикуете. Сильная у вас позиция, да. Товарищ далеко пойдет. Но нам такой председатель совета министров не нужен. Нам нужен человек, который бы разбирался, который знает, что нужно делать, а не как стоять на вытяжку перед начальником. Пока еще и даже буржуазных действий ваших положительных я не усмотрел. У нас будет такое действие, где вы должны будете показать преданность буржуазному государству, это на экзамене. У нас же государственный университет. Вот кто лучше сдаст, тот более предан. Кто хуже сдаст, тот менее предан. Кто вообще будет плохо сдавать, враг вообще буржуазного государства. Два. Но нам не дают расстреливать. Но если дадут, тогда нет пощады. Короче говоря, что мы вскрыли? Мы вскрыли, что вообще-то говоря, люди очень хорошие, которые строили общество, создавали, развивали, они не видели, что все это сопровождалось, конечно, и противоположными тенденциями. Потом пришел хороший человек, Никита Сергеевич, сказал, никакой борьбы нету. Никакой. Классовая борьба прекратилась. Ну вот если у вас болезнь есть, а вы лечить перестали, что будет?
возможно, уже и будет летальный исход. Причем от таких довольно простых заболеваний. Так? Так. Значит, если при социализме идет борьба, социализм... Сейчас вот есть такие очень умные люди, которые ищут причины поражения социализма в СССР. Вот я с ними иногда разговариваю, как диалектик, говорю, а вот вы такой умный, а почему вы не ищете причины победы социализма в СССР? Социализм мог бы победить, а не развалиться. Вы считаете, что есть причина того, что вот Советский Союз – это такое саморазваливающееся государство. Сейчас говорят, период развала или произошел развал. Вот вы за такое. Вам нравится такое государство, которое само разваливается? Мне тоже не нравится. Вот мне нравится упаковка, которая для молока, которая сама распадается под лучами солнца. В Новгороде Великом такое делают. Это хорошо. Что это за государство? Как могут люди звать какой-то социализм, который сам будет разваливаться? Как же он сам разваливается, когда переходный период... Сколько лет был? Вот вы у вас специалист по переходному периоду. Сколько лет был переходный период от от капитализма к коммунизму в СССР? Как до 22-го? Что в 22-м году? Что было? Гражданская война закончилась. Вы что? А? До 29-го, наверное, закончилась. Ну да, ну 30, начало 30-х годов. Ну хорошо, давайте прибавим. Или убавим. Ну строили, если 35-й взять, 18 лет, так? 17 по 35-й, 18 лет. А переходный период от социализма к капитализму сколько составил? Вот 22-й съезд. Партия объявила, что общенародное государство, то есть не государство рабочего класса. Партия общенародная, то есть не государство рабочего класса. Диктатуру патриата из программы. Цель производства выбросила. Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Сейчас нет такой цели вас развивать. Что на меня смотрите? Нету такой цели. Кушайте масло ши, пальмовое масло, оно растворяется при температуре 39 градусов, когда заболеете. Костную муку в колбасе жуйте, крахмал. Поташ, казинат натрия. А вы что смотрите? Идите, покупайте то, что выкинули там. Вот бушки, ножки буша, в них пенициллин. Их отрезали, и чтобы не везти на помойку, здесь продали по дешевке, а вы ели. То есть, сколько лет идет, шел? С 22-го съезда, с 1961 года, процесс перехода социализма в капитализм. Ну, до 91-го года. 91 отнять 61, 30 лет. Ну, как так? Значит, строили 18, а разваливали 30. Ну, по-моему, это никак не тянет на развалился. Борьба, значит, шла противоположных тенденций. А что, не было тенденций к упрямлению социализма, только были тенденции к разрушению? А какие тенденции были сильнее, к разрушению или к укреплению социализма? А? То есть, если вы думаете, если разрушился, то были сильнее тенденции к разрушению? Нелогично. Вот самолет, если вы возьмете. Если самолет полетел, и летчики болтали, когда наш новый самолет испытывали в Индонезии, то летчик сидел и болтал вместе с заказчиком. Суперджет. Новый самолет. Ну и они вместе так вдвоем и улетели в гору. Что, плохой самолет? Плохой самолет? Ну вообще-то тенденция к тому, чтобы самолет лететь, была сильнее вообще. Не, ну если направили летчики в гору, ну что вы хотите сказать? Вот пришел Никита Сергеевич, летчик такой. Он первое, что сделал, значит, бац, и убрал министерство. А зачем министерство? Не надо. Сделаем, говорит, снова совнархозы. Тогда совнархозы – это единственная была форма, еще не было централизованного управления. Давайте их уберем. Хорошо. Давайте кукурузу на южном берегу Северного Ледовитого этого океана посеем. Сеяли или не сеяли? Сеяли. Так, еще машино-тракторные станции. Что они там делают-то в селах? Там обслуживалась техника, техника была государственной, там был рабочий класс, деревни. А мы продадим. А, говорит, колхоза, у нас денег нет. А ничего. Потом отдадите. И все стали колхозы в долгах. Потом, говорит, давайте разделим партийные на сельские организации, обкомы, областные, городские, на сельские и промышленные. И те, кто были за Сталина, за слем в сельские, а те, кто были против, промышленные. И решим некоторые другие вопросы. И пообещаем, что коммунизм будет через 10 лет первая фаза.
Хотя коммунизм был уже в 1935 году, как мы с вами знаем. А вторая фаза еще через 10 лет. А вот, скажем, Маркс, Энгельс и Ленин, наверное, они, если бы узнали, они перевернулись бы в своих там гробах, а Ленин прямо в Смольном бы отвернулся бы к стене. Потому что, ну какой человек может сказать, когда будет революция, война? Вот Сталина обвиняли. Он такой, видимо, великий был, что он вот должен был точную дату сказать. Война будет. Вот никто больше не говорил во всем мире, вы историки знаете, ни один человек никогда не предсказал точную дату какой-нибудь войны. Но если я начинаю войну, прямо я вам так скажу, да? Вот может сейчас она начнется, вот двери откроются, сейчас зайдут зеленые человечки. Но в другой форме. Ну и с разной могут быть формы. Кто это может предсказать? Если я там главнокомандующий или затеваю войну, неужели я сейчас пойду и сообщу историкам? Сейчас журналисты соберутся, я на пресс-конференции сообщу, что я вот начну в 4 часа утра такого-то числа. Ну это же детский сад. И это к этим детским садам переполнены всякие мемуары. Дескать, вот такой-сякой Сталин, он не угадал. Да почему он не угадал? Потому что такой великий, а должен был угадать, потому что очень великий. Ну, это я считаю культ личности точно. Культ личности, думаю, что Сталин должен был угадать вообще, когда начнется война. Никто не угадал во всем мире, а это должен был угадать. Но если человек сказал, что коммунизм будет через высшую фазу через 20 лет, она, он, может, имел в виду капитализм. Где-то так и получилось, через 30, да? Через 30 получился капитализм. Скажите, пожалуйста, какие силы были более мощными? Укрепление социализма или слома социализма? А? Укрепление, по идее, потенциально-то более мощный. Но если я считаю, что нет никакой борьбы, вот я считаю, что со мной никто не борется. Вот ко мне будете подходить, хватать меня за руки, закрывать мне рот, а я буду говорить, нет никакой борьбы. Но если человек настроился, что с ним никто не воюет, что будет с такой армией, которая настроилась, что с ней никто не воюет? Во-первых, мы все будем в отпусках. В-третьих, мы будем там на отдыхе. В-четвертых, мы все демобилизованы. Если я от вас всех демобилизую во время войны, что будет? То есть любая организованная военная группа одержит победу. Военная или даже не военная. Тем более придут такие болтуны, как Михаил Сергеевич. Вот у нас до этого, до Михаила Сергеевича, думали, что есть только две логики. Формальная логика и диалектическая. И два вида мышления. Мышление делится по предмету или по характеру? По характеру. По предмету, а то у нас начали говорить, вот у меня математическое мышление, у вас историческое мышление, у экономистов экономическое мышление, у животноводов животноводческое мышление, у полеводов полеводческое мышление. Ну так мы дойдем. А у синизаторов какое мышление? Ассенизаторское мышление. А что нет такого в литературе? Чего такой в литературе нет? Вот тут ассенизаторы нужны как раз. А по типу? Значит, есть формально-логическое, есть диалектическое. А Михаил Сергеевич летом со своими помощниками написал книгу. Я вот без помощников книгу пишу. А до этого у него было не написано ни одной статьи. Вы верите, что человек не написал ни одной статьи и написал книгу? Вы верите в это? А? Ну, с помощниками, конечно. Возьми меня в помощники, и вы напишите книгу. Все, договорились. Но это не дешево будет. Сейчас знаете, как это ценится умственный труд? Новое мышление для нашей страны и для всего мира. От скромности не умрет. Новое мышление. Гегель даже не говорил, что новое мышление. Он говорил, что у Гераклита была уже диалектика. Но он такое не говорил. Знаешь, что такое сказать? А вы еще не перестроились, надо перестроиться. Вот и все. Вот и все мышление Горбачева. Вы что-нибудь умное сказал? Вот скажите что-нибудь умное у Горбачева, хоть что-нибудь. Вообще надо бы оставить для истории, но я не удерживал и выбрасывал. Не, ну постановления пленов какие-то у меня сохранились еще. Ну это же немыслимо вообще читать. Но люди безграмотные это все читали, заглатывали.
А что-то удивительно, вот если дым будет в обществе, вы будете дымом дышать? Как это? Чего вы машете? Что, у вас противогаз есть? Чего вы машете? Какой будет сейчас вот здесь воздух, таким вы будете дышать? Можно будет? Да, вот ремонт будет делать вокруг, и будем дышать этим воздухом. У нас нет противогазов, не выдают. Как летчикам не выдают парашюты, если они пассажирские летчики. Так и быть. Так что может быть так, что силы сильнее, но если нет сопротивления, нет сознания этой силы, нет организованности, а я буду только вот, если на меня вы нападете, я буду сопротивляться. Ну так это же это заведомо оборонительная позиция, которая никогда к успеху не ведет. Я протестую. Вот что бы вы ни делали, я протестую. Или я буду говорить, ну пасаран, ну как, прошли они или не прошли? В Испании-то против фашизма выступали люди, говорили, ну пасаран. Теперь некоторые с этим лозунгом ходят, но в итоге-то что получилось, прошел фашизм или не прошел там, в Испании-то? Прошел. А что тогда вы радуетесь этому лозунгу? Надо какой-то лозунг брать, какой был вот во время социалистической революции в России. Революция-то победила. Ну или возьмите буржуазную революцию во Франции, Марсельезу пойте. Ну что вы подбираете там, вот, например, Ротфронт подбирает. Ротфронт выиграл, нет? Германия или проиграл? А вы хотите выиграть или проиграть? Ну, берите лозунги тех, кто проиграл. Если сейчас зарегистрировали партию Ротфронт, меня бы спросили, я бы сказал, да лучше бы. Ну тем более по-немецки это Красный фронт. А по-русски Ротфронт. Что? Нет, меня учили, что лозунги – это призыв к немедленному действию. Что тут глупого-то? Я вот сейчас у вас призыв будет. Сейчас, как у меня перерыв, всем буфет. Что тут глупого? Кто первый добежит, тому бесплатно. Выбрать лозунги не того, кто побеждает, а того, кто лучше. Ну, а вы-то собираетесь победить? Нет? Вот я сейчас, я вас полководец. Значит так, мы сейчас идем в атаку, в бой. Нас всех убьют. И вас тоже. Идемте со мной. Чего не идете за мной? Так. Не повод не исполнять приказ. Наполеона читали, нет? А? Наполеона читали? Надо ввязаться в серьезную драку, и там видно будет. Раз. Во-вторых, вера в победу есть фактор победы. Клаузевиц. Так? Ну, а вы вышли. Идемте, ребята, на бой. Может, нас всех убьют, затопчут. Пойдемте со мной. Так? Ура! Ура! Что, у вас не наполеоновские планы? Что? Я думал, у вас планы уже в следующем году закончить университет. Вот Ленин, например, какие у него были планы? Он приехал, студент, приехал. Пошел экстерном сдавать. Сдал все на пятерке экстерном по юрфаку. И квалифицированным юристом уехал, и все. Он вообще не просиживался без никаких штанов. А вы что так долго сидите? Досрочно вас можно сдавать? Можно. Ну и сдавайте. Не хочу быть как Ленин. А? Не хочу быть как Ленин. Не знаю, какие у вас планы, смотря. Что, вам не хочется что-нибудь великое сделать? А Ленин великий? Ну, великое, конечно, что. Великое – это большое же. Ну, для народа сделать. Для себя не хотите. Ну, сделайте хотя бы для народа, для общества, для страны. Да. А? Ну, если великий подлец, тогда... Короче, дело ваше, идите, человек свободный, хотите – делайте, хотите – не делайте. Просто мы будем, а мы смотреть будем на вас и оценивать, вы прогрессивное будете дело делать или реакционное. Мы знаем, что это разные люди, разные дела. Одни и те же люди, люди, которые в целом прогрессивные, могут делать время от времени в порядке исключения и какие-то реакционные совершать действия. А реакционеры могут позитивные какие-то действия делать? Ну, могут. Вот, например, говорят. Вот, значит, фашизм, он непременно рождается в каждой империалистической стране. Это правильно? Что значит возможно? Как возможно, когда вы историк? Интересное кино. Вы что, не знаете, кто у нас союзники во Второй мировой войне были? У Советского Союза. Что возможно? У нас Соединенные Штаты Америки. Это не империалистическая страна? Так. А антикоммунисты могут быть союзниками коммунистов в борьбе с фашизмом? Фашизмом. Да я-то ладно, Черчилль у нас был антикоммунист. Черчилль антикоммунист был союзником. Ну я-то не антикоммунист. Не, не на вас, я говорю, вот у нас
Короче говоря, две империалистические державы я назвал, а Франция? Тоже она, ну, правда, она за две недели сдалась, потому что она собиралась, ей нужно было сохранить силы для санкций, которые у нее будут против России во время событий на Украине. И все остальные европейские страны, которые сейчас, они быстренько сдались Гитлеру, потому что иначе бы они силы не сохранили, а силы надо накопить, копить. Страны маленькие, нужно накопить силы, чтобы этой самой России санкции потом сделать. Спасай нас, Россия, приходи туда, жертвуй, а мы вам санкции будем делать. То от Наполеона спасала их Россия, то от Гитлера спасала. И все на России мало делает. Вообще надо санкции применить. Пусть еще что-нибудь наладит там. Еще не весь нефть туда, не всю перекачали. Надо еще какие-то санкции придумать для этой России. Значит, что мы с вами в итоге обнаружили? Всякое развитие, если это развитие, это движение от низшего к высшему, от простого к сложному, оно идет не просто, оно идет через борьбу противоположности. Если люди этого не видят, они слепые на один глаз. Почему? Потому что они видят, допустим, только негативные тенденции. Это левый глаз. Вот я смотрю, все у вас одни недостатки, ничего хорошего. А все недостатки, если будем проверять, недостатки есть у нас, значит, это правда, то, что про вас говорят. Правда то, что вот это делали неправильно. Это правда. И про вас то, что вот мы узнали, это все правда. Надо подробнее. Я подробнее попрошу всех это все. Вот бумажечку возьмите, лист бумаги, и к следующему занятию мне подробно изложите все ваши антиобщественные действия за всю вашу жизнь. А мы потом назначим комиссию, проверим, чтобы еще выясним, это вы полностью изложили, не полностью изложили. И вот когда мы проверим, это уже будет какая правда? Это уже будет не просто правда, это будет достоверность. А так еще не достоверность, еще не знаю, что вы там наговорили-то. Вы, может быть, там смягчили обстоятельства, а мы проверим. Вот это будет достоверность. Достоверность является истиной? Нет. Потому что истина – это полное противоречие. Истина – это соответствие объекту. Объект противоречив. А вы противоречивый объект обрисовали только с одной стороны. Я могу с другой стороны. Давайте это. У вас, вы же хороший человек. Напишите все о себе хорошее. А мы потом проверим. И вы напишите все о себе хорошее. Это вы можете сказать? Не вечно же слушать всякую дрянь про себя. Напишите вот про вас. Мы ничего хорошего еще не знаем. То есть, может, все это ваши знают, товарищи, я не знаю. Напишите про себя что-то хорошее. И мы это обнародуем. Но прежде чем обнародовать, широко, мы проверим. И выяснится, что это правда. То есть правду мы знаем. Значит, сколько получается правд? И первая правда, что вот эти были антиобщественные действия. И вторая правда. Теперь надо выяснить, а что вы собой в целом представляете? Потому что на самом деле есть два рода людей. И это хорошие люди с недостатками или подлецы с достоинствами. Подлецы с достоинствами очень здорово втираются в доверие к людям. Вот вы на меня смотрите и хотите определить, кто я, вот я сейчас чувствую. Или вот, то есть как-то вроде втирается, да, доверие. Да, надо подумать. Но это сразу не определишь. Это надо особенно ясно после экзаменов будет. Перерыв.